следующем поединке у нас будет выступать человек, который выступал на первом турнире. Я бы не сказал, что он показал какой-то крутой там бой, да, но этот человек, безусловно, просто умеет говорить. Умеет говорить, и я не знаю, да, он очень-очень хорошо излагает свои мысли. И после видео с его участием в бою, где он бился, я не знаю, человек 50 точно хотел ему кинуть вызов. Вот. В общем, Юрий Вильяхунов, прозвище «Витин». Достаточно это тоже такой парень, он занимался на этом турнире. И, в общем, много очень было вызовов брошено ему. Юрий Вильяхунов. Салам алейкум, зовут меня Вильяхунов Юрий по прозвищу Метис. Родом я с Алматы, Талгарский район, поселок Бессагаш. База у меня уличный рубака, я всю жизнь дрался на улице. Своему сопернику пожелаю, чтобы он заказал себе новую печень. Не только печень, не челюсть, наверное, потому что вот эти два молота будут ломать тебе все, брат. Я надеюсь, ты готов, заряжен, потому что я готов туда выйти насмерть рубиться. Его соперник Реджеп Дивазов. База у него ММА. Участие на профессиональной арене, вообще участие в боях, чемпионы и тому подобное, является главной мечтой, и за которую пришел именно наш промоушен. Реджеп Дивазов! Я Дивазов Реджеп, родом из Алматы. База у меня ММА. Мой соперник много болтает. Я завтра выйду на ринг и его накажу за его слова. До конца, до победы! Лично мной самый ожидаемый бой вечера. Юра Метис, очень эпатажный персонаж. В первом турнире он показался довольно основной. Ой, сразу без бой! Первый нокдаун. Это уже не бой, а настоящая рубка. Нормально, нормально. Общайся. Юра даже не собирается церемониться. Просто с лету. А вот теперь началась разведка. Какая поддержка. Ай-яй-яй-яй. Ну, на морально волевых, пацаны. Просто. У ребят просто размашистый панч, разговор короткий. Чувствую, я этот бой обещает быть действительно очень серьезной зарубой. И по ходу дела, возможно, даже насмерть. Размашистыми панчами клинч. Эй, синий, апперкот, дай на вождь, ослаб, тебе. 10 секунд. 10 секунд. Отличный первый раунд.
Вот бой, которого мы все ждали. Черт возьми, Юра даже церемониться не собирается. Просто с лету. Боец синего угла буквально на секунду отвлекся. Все. Метис даже не собирается жалеть. Мясо, мясо, сплошная рубка. Вот они, кулачные бои, ребята. Сейчас посмотрим, если таким был первый раунд, посмотрим, что будет во втором. Второй раунд. Савер, Савер. Я, Джек. Серьезно, заруба. Просто размен. Без каких-либо блоков. Надеюсь, никто здесь без ушей сегодня не останется. Хотя будет весело посмотреть копию боя Майка Тайсона. Лучший бой за этот вечер, Адоми. Как минимум, самый ожидаемый. Что ж, давайте взглянем. Савер, труба, синий. Как будто за первый раунд бойцы потратили довольно много своего потенциала. Посмотрим. Пока примерка. Ну, Юра! Ой-ой-ой, гол. Юра, давай! Джамбастюк. Юра, делай! Эй, урсай раз два! Давай, Юра! Юра, молодец! Десять секунд второго раунда. Попадание бойца синего. Второй раунд окончен. Второй раунд был немножечко поспокойнее, но все равно не менее напряженные, ребята. Если у бойца хватит сил, то в третьем раунде я очень жду нокаута. Нет, но если в этом, даже если не будет нокаута, как минимум я жду нокдауна. Вот прям, это будет вишенкой на торте, вот прям, самое то, ни больше, ни меньше. Но противостояние действительно очень серьезное. Третий раунд. Отлично, отлично, все. С самого начала раунда заруба. Бойцы даже не думают останавливаться. В клинче, без клинча, да какая хрен разница. Давай, синий! Отличная отработка.
Боец Серега давит, не жалеет. Просто это мясо не останавливается. Юра, делай! Действительно, парни, видно, конечно, что функционалка уже заканчивается. Но нужно закончить бой, закончить его красиво. Парни, соберитесь. Соберитесь, парни. Действительно. Метис уже еле стоит. Как бы там ни было, это Юра нужно проявить как настоящий мужчина. Сильная заруба. Десять секунд. Бой. Отлично. Отличный поединок. Браво, парни. Это было очень сильно. Вообще безжалостная заруба. Что с той, что с той стороны. Очень много попаданий. Что ж, посмотрим, что скажет судейство. Но это было сильно. Это было очень сильно на характере. Юра, вообще. Я тебе бабки послал, столько орут. И в этом поединке, достаточно чужом, как бы и для Юры, и для Реджепа, победу все-таки одерживает Реджеп Гиганда! Юра, давай, что скажешь? Всем спасибо, скажу в первую очередь. Извините, кого подумал. Привет, Тараса Легов. Рано лучше! Не дотренировался, походу. Всем спасибо, всем люблю, кто меня приятно поддержать. Мне очень стыдно перед вами. Для начала приветствую всех. Хочу сказать спасибо большое организации, что дали шанс проявить себя. Это мой первый опыт в кулачных боях. Если лига заинтересованная мной, то я смело буду выступать. Хочу спасибо сказать всем моим братьям, которые тут болеют за меня. Но большую часть говорят, что я не понял, я проиграю. Но я доказал то, что я здесь сильнее. Хочу сказать, если не хватает моих двух братьев, родного брата, Рому ГГ и Яку ГГ, им салам алейкум. Люблю своих родителей. И спасибо им за такого сильного бойца. Так, стоп. Реджеп, ты что-то звездой в моменте стал сходу, рысь? Давай, что хочешь сказать? Она погода, если мы чисто смотрим на интерес, или среди кто-то готов. Вот, смотрите, мне что-то может подраться. Я в любом время чуть-чуть подготовлюсь. Тогда я буду подраться с вами. Чисто вот так, да? Я просто первый бой мой. Это не... Это, я вообще слабо сюда вышел. Я сам готовился месяц.
Вдвоем проведите бой. Я всегда люблю для вас 60 килограммов. Да, молодец, бой устроил. Здесь был еще не все. Сюда еще не отпускает наша лига. Так что... Всем ассалам алейкум. Всем ассалам алейкум, брат. Меня зовут Ахмед, я из команды «Спарта Тель». На следующем турнире, брат, хочу с тобой бой провести. Если интересно, принимай вызов, брат. Смело. Я здесь есть. Я готов биться с любым. Не важно, какой здесь исход у меня. Проиграл я, выиграл. Я здесь упал, того раза не упал, проиграл. Я встану и буду продолжать свой путь дальше. Остановит меня только смерть. Мне пахнет, я буду переть до конца. Чисто спортивный интерес, давай, брат. Face-to-face. Юра. Жару покажите, жару, брат. Face-to-face. Ну, молодцы. Так, и следующий поединок у нас. Хочу вызвать Бежана Угров Байрам, прозвище Нимфодор. Он пришел к нам со статусом мышечного бойца и намерен очистить свой дивизион и побиться просто со всеми. Бежана Угров Байрам! Меня зовут Бежаноглу Байрам. Сам я с Бесагаша, получается. База у меня борьба. Ну а сопернику что я хочу пожелать? Только успехов, здоровья и благополучия. Ну и, конечно же, бесплатный билет в больницу. Бежаноглу Байрам по прозвищу Нимфодор. Его соперник Виктор Ермошенко, это перспективный боксер с базой ММА, решил начать свою серию профессиональных выступлений, выступая в нашем промоушене. Виктор Ермошенко! Я Ермошенко Виктор, занимаюсь спортом уже достаточно долго, база у меня бокс. Что мне соперник пожелал, я не знаю, конечно, но желаю ему самого наилучшего, конечно. Но буду встречать, как она есть, как она есть, буду ломать. Соберись, Байрам. Байрам, соберись, в смысле? Байрам, ты можешь его убрать. Да. Байрам, съешь его. Ей проще разбить. Не ешь, не ешь, Байрам. Нет, не надо. Все, не надо, так он и так. Бедери черноголовый. Байрам, спокойно. Байрам, Байрам, давай. На носочках, Байрам, спокойно. Не отвлекайся ни на что. Руки выше, Байрам. Начинаем. Размашистый патч без какой-либо разведки. Не торопись, не торопись. Размашистыми панчами. Ребята даже не собираются знакомиться. А я смотрю, с каждым боем накал растет все больше и больше. Отлично. Вот она.
Отлично поймал. Напряжение растет. Сколько попаданий! Отвлекся, отвлекся, отвлекся! Просто уже утрамбовывают бойца из красного угла. Просто в сено. Как говорится, отличное попадание. Десять секунд первого раунда. Десять секунд. Давайте, давайте. Первый раунд. Ну, это было, конечно, серьезно. Сугубо, по моим ощущениям, первый раунд, конечно, был за бойцов в синем углу. Очень серьезные попадания в большом количестве. Уверенно держал середину. Ну, с таким напором я вижу здесь только один вариант. Это вырубать нокаутом. Напомню, за сегодняшний вечер пока что был только один нокаут. Глухой. От Дани Ахиллеса. Посмотрим, что же покажет нам ребята во втором раунде. Ребят, начинаю второй раунд. Вот теперь начинается разведка. Спокойная отработка и изучение соперника. А того же нервы сдадут раньше. Так, первый нокдаун. Первый нокдаун. Интересно, интересно. Отличный апперкот. Боец синего угла даже не собирается церемониться. Отличное попадание с правой. Попадание с левой кроссом. Еще одно попадание слева. Опа-па! У нас потихоньку начались элементы борьбы. Еще одно попадание. Yeah.
Ребята решили устроить просто безжалостную рубку. Красный, передней рукой работай. Не торопись, не торопись. Жди. Один грамотный удар может закончить абсолютно все. Десять секунд второго раунда. Отличное попадание в ответ. Браво, браво, действительно, очень напряженный, рубка. Ребята, в принципе, не планируют останавливаться. Но второй раунд прошел по более спокойном темпе, с такой большей разведкой. Но лично, на мой взгляд, боец синего угла все еще держит лидерство в данном поединке. Два нокдауна. Бойцу с красного угла нужно что-то придумывать. В связи с отказом противника продолжать бой, победу одерживает Виктор Ермошенко. Браво, браво. Давай сюда. Сразу номер вас забери. Давай пару слов. Может, это не подкат вылез. Где-то не дотянул, может. Чисто твое мнение. Короче, пойди. Что я хочу сказать? Я бы здесь не оказался благодаря одному человеку. Я здесь не рядом. И буду показывать. Куда можешь? Просто тупо подготовился, не вылез. Ну с кем не бывает. Хорош, хорош! Но мне на волна дважды не сломать. В любом случае. Молодец, Байрам. Виктор, что скажешь? Я же обещал, что будет красивый бой. Я сделал это. Байрам, я вызвал Юру на бой, а не тебя. Я сказал, после тебя, как расправлюсь с тобой, Юра будет следующий. Так Юра проиграл, правильно? Где он? Позовите его. Здесь есть, нету? Раньше с тобой что-то? Нету, да? Байрам, ты еще говорю про носилки. Прям на лавочке сидел где-то. Не знаю. А что, опять в следующий раз выиграть? Вот. Так что принесите ему носилки. Носилки в студию. Позади, ты проиграл. Ты проиграл. Висогонку. Ты что хочешь от меня? Что ты хочешь? Что ты за него? Давай, газ. Газ. Я конкретно правильно сделал. Я подогнал вес 75 килограмм. Правильно? Ты сколько лет? Газ, давай! Ты сколько, а? Я спокоен, брат! Я просто хочу с тобой и все! Подожди! Он хайповал, все правильно! Я хочу с тобой бой, все! Сколько весишь? Я могу на 70, могу на 75. На 65, погнали! На 61, все, давай! Все, удачи! Давай 65! Давай. Данил, давай! Давай, Данил, шки! На 65 килограмм. Бой. Данил Карпекин, Виктор Ермошенко. 65 килограмм. Шки! Оставьте силы на бой, пацаны. Мы встретимся, 65. 75 килограмм здесь. Ты что базаришь? Данил, тихо! Чего хочешь? Сам ебал. Давай. Сюда смотри. Смотрю. Иди сюда. Смотрю. Когда человек
говорить мам или как? Че, мам? Че вам базарить? Подожди, когда... Нет, зачем базарить? Подожди, слушай. Я выступил, я выиграл. Слушай, я... Он хайповал? Хайповал, брат. Слушай, я... Все нормально было. Нормально. Меня не надо учить. Меня не надо учить. А ты правильно говоришь. Себя научить, себя научить. Все, ребята, просто хочу сказать, Ермошенко Виктор, ты красавчик, ты показал просто крутой бой, жесть. Я тебе серьезно говорю, крутой бой. В твоем углу, пацаны, красавчики просто, да? Ребята, давайте будем соблюдать чисто спортивный интерес, спортивное уважение. Я понимаю, сейчас все могут накинуться на одного пацана и говорить, ты пиздец, ты такой тобой. Ну подрались, подрались там, все, решили? 65 килограмм они будут биться. Все, красавчик! Ислам Сайди, я прошу поговорить с Данилой Карпетиной. Где ты здесь? Ислам здесь? Так, и следующий наш боец, я думаю, также его многие знают в Алмате, его многие знают, я думаю, даже и за пределами Алматы, в Казахстане и тому подобное. Просто скажу прозвище Кука. Куаныш Акбаев по прозвищу Кука. Всем ассаламу алейкум, меня зовут Акбаев Куаныш, я с города Жаркент, завтра у меня бой. Хотел бы сопернику пожелать хотя бы выстоять два раунда и показать зрелищный, запоминающий бой. Давай сделаем это. Боксер, он решил проверить свои силы у нас в октагоне против такого, ну, можно сказать, профессионала своего дела, именитого бойца. Валентин, Пахно! Братан, жай істеверш. Анық, не сияқты? Қорқып тұр, қорқып тұр. Қорқып тұр, яғни. Ух, хорошая отработка. Рука, брата, керек емес, қатты, керек емес. Выкинули за пределы ринга молодого бойца. Что ж, смотрим очередной поединок. В данной ситуации это у нас тяжелый вес получается, да. Аккуратный, техничный ход. Техничный бой с разменами. Причем что от одного, что от другого бойца.
Вот, неплохо. Ох. Охрана, все выйдите, пожалуйста, туда. Разгоните бойцов. Что за там устроили? А у нас здесь потасовка, ребята. Потасовка прям за рингом. Только не могу понять, кто с кем. Судя по всему, охране удалось более-менее разнять и разрядить обстановку. Зато для бойцов отличная возможность сейчас перевести дух. Подумать над тактикой боя. Оба бойца очень техничные. Очень техничные бойцы. Никто не хочет никому уступать. Так, продолжаем. Главный судья наконец-то вернулся на свое место. Продолжаем. Опять разметка, разметка. Пытается прочувствовать друг друга. Отличный размен. Отлично, отличная комбинация. Хорошее попадание в челюсть. Боец синего угла просто на хороне. Первый раунд. Очень качественный раунд. Прощупывали друг друга, находили слабые места. Интересно, что будет во втором, хватит ли функционалки. Потому что второй раунд, на мой взгляд, один из самых важных в плане переломных моментов. Но тут встает очень серьезный вопрос за функционалку. Все пытаются завоевать инициативу в первом раунде. Но вот насчет второго раунда сейчас посмотрим, посмотрим. Оба бойца держатся очень сильно, очень достойно. Даже как-то на веселье Куком он улыбается. Это хорошо, это замечательно. Значит, настрой есть, силы есть. Хватит ли функционала бойцу с синего угла? А мы начинаем тем временем второй раунд. Без долгих раздумий. Отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Не торопись, Кука. Да. Очень уверенно занимает середину круга. Очень уверенно держит. Не подпускает ближе. Все, просто загнал в угол. Корпус пробил, братан, корпус пробил. Отличный размен, отличный размен. А, Кука его уже подзадевает. О, морально пытается вывести из строя. Ой, ой, ой. Сильный, сильный панчик. Очень сильный панчик. Нокдаун. Отлично, Кука. Похоже, бойцу очень серьезно досталось.
выпала. Как ты зовут? Знаете, кто это? Брат, капа, 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 капа. Ну как по поединке, победа нокаутом одерживает Баныш Акбаев по прозвищу Кука. Ребята, круто. Очень сильный бой, ребята. Ё-моё. Ну, где-то открылся, возможно, да, пропустил. Давай пару слов скажи. Молодец, ты просто молодец. Мужчина. Кука, ну, опыт ты пропьёшь? Да, да? А, опыт, есть опыт? Давай вот нам пару слов. Так, всем ассаламу алейкум, джиги, здравствуйте. Всех приветствую. Соперник мой. Валентин, соперник мой, красавчик, на самом деле. Много людей отказывались, много кто спрыгнул с боев. Я хочу сказать, если вы приняли бой, идите до конца. Вот вам пример, молодой, 19 лет, парню. Прошу, Валентин, ты хотел за мной зарубиться. Я с ним максимально осторожничал. Ну, как сам захотел зарубиться, брат. Не обессудь, а так промоушен супер. Берял, благодарю тебя. Красавчик, красивые бои показываешь, есть будущее. Хочу поблагодарить мою команду, моих тигров. Это мой тренер Самат, клуб «Легион». Ислам, брат мой, люблю тебя. Ежик, Али Костолом, мои братья, все, кто за меня болеет, всем рахмет, ассаламу алейкум. Буду радовать еще вас многими боями. Я боец рухфайтинга, у меня 16 мая за поезд, бой, я из-за этого максимально аккуратничал, максимально уважал. Так что пожелайте мне удачи, всем ассаламу алейкум. Спасибо за такой классный бой. Так, мы перейдем к главному поединку нашего вечера сегодняшнего. Это реально поединок, очень много шума в Инстаграме навел. Да. В общем, боец, который сейчас выйдет, он бился у нас в первом турнире. Как бы многим полюбился, реально. Ну, он достаточно, он всегда отвечает за то, что он делает. Как бы. Очень уверенный, очень такой духобитый. Ну, крутой боец, он мне тоже очень симпатичен, как боец, как человек. В общем, Махмудов Эльдар по прозвищу Турбо Азия. Всем салам алейкум. Меня зовут Эльдар. Турбо Азер. Сам с Капчагая. Базовый вид спорта грэплинг. Чисто пришел сюда наказать воина дракона, показать ему, что здесь, кто здесь показывает, короче. Его соперник тоже такой молодой проспект. Молодой парень, можно сказать, 18 лет ему всего лишь. Вот. Но он уверяет, что он 10 лет занимался боксом, он кандидат в мастера спорта по боксу. С Эльдаром у них было несколько стычек, прям очень жарко, горячо. И, в общем, Эльдара соперник — это тот парень, который говорит: я не люблю много говорить, я просто выйду и докажу дело. Давай, Турбо! Булат! Азат! Thank you.
Всем привет, я Булатов Азат, я родом с Уральска, с Талдысая. Я базовый боксер, с детства занимаюсь боксом. Хочу Эльдару сказать, ты завтра ответишь за свои слова. Фурба! Эльдар, давай! Газуй! Что ж, посмотрим. Самый ожидаемый бой вечера. Первый раунд нокаут. Разведка, грамота и раздергивание. Ой! Очень хороший размашистый панчи. А вот ты ему боксер мог? Я боксер. Хорош, хорош! Молодой, молодец! Азат, посмотрим. Чем ты удивишь нас еще сегодня? Не застаивайте! Борьба, борьба пошла. Турбазер уже просто от отчаяния или просто ну что ж, посмотрим, посмотрим. Напряжение растет просто с каждой секундой. Хорошее попадание. Отличное попадание! Отличное попадание! Работайте, работайте! Ребята, не застаивайтесь. Кому-то из них однозначно нужно начинать давление. 10 секунд первого раунда. Вырастет ли это напряжение хоть во что-то отдельное? Первый раунд. Очень большое напряжение, характер. Назад, молодец. Нет, конечно, турбазер вообще ни в коем случае никак не уступал в данной ситуации. Держались оба ровно. Молодцы. Посмотрим, что даст второй раунд. Второй раунд. О, сколько шума. Начинаем. Что ж, посмотрим, чем нас удивит этот парень сегодня. Грамота раздергивает. Реакция мангуста, ребята. Это просто что-то невероятное. Вы видели, как он ушел от двух атак? Вы видите, как он уходит? Борьба, борьба турбазера. Нарушение правил. Уже от отчаяния. Азат, спокойно, сейчас я верю. По ходу дела там ребята сейчас пока восстанавливают ринг. Что ж, посмотрим, хватит ли нервов у турбазера. Так, неплохо. Отличное попадание! Да,
Напряжение с каждой минутой растет, ребята. Вот бой, который мы все ждали. Раздергивание, раздергивание, отлично. Пока комбинации не наносят какого-либо весомого урона, что у Азата, что у Турбазера. Пока держит, ребята, просто держит дистанцию, держит выносливость. Ребята, время заканчивается. Нужно что-то решать. Либо решать сейчас, либо ждать решения судьи. Отличное попадание Турбазера правым оверхендом. Отличный, отличный размен. Опять борьба! Просто на джамбас! Турбазер! Второе нарушение правил. Ой, Азат просто улетел в вип-зону. Это шикарно. Накал растет все больше и больше, ребята. Видимо, Турбоазер уже просто не может справиться со своими эмоциями. Турбоазер в гневе. Азат молодец, хорошо держится. Отлично. Хороший бой. 10 секунд. Отличное попадание правым кроссом. Турбазер даже не собирается останавливаться. Бой. Второй раунд окончен. И это действительно шумный раунд, ребята. Вы видели, как он пролетел через преграду? Господи. Турбазер, видимо, немножечко перепутал, куда он пришел по стилистике боя. Не, ну это было хорошо, ребята, это было хорошо. Вот накал страстей, которого не хватало в первых боях буквально. Разведка – это хорошо, бокс – это хорошо, но, ребята, мы пришли на кулачный бой. Мы пришли увидеть мясо. И вот здесь действительно интересный накал страстей. Последние бои, ребят, прям удивляют. Это было хорошо. Что ж, третий раунд. Третий раунд впереди. Посмотрим, насколько менталки хватит у Турбазера удержаться и еще раз, там, не знаю, не кинуть Азата на прогиб, допустим. Вот это будет вообще весело. Азат молодчина, на уважение, настоящий спортсмен. Третий раунд. Ух, это будет действительно интересно. Хочу отметить, как грамотно раздергивает Азат Турбазера. Четко ловит его на взгляде. Хорошо. Хорошо, отлично. Клинч, клинч, клинч. Отлично, отлично. Хорошо, хорошо, молодчик. Турбазер, молодчина, не сыграл. Хорошо, отличный ворот. Турбазер держит на характере. Не собирается останавливаться. Отлично. Назад только подкалывает Турбазера. Функционалки уже, ну, чуть-чуть, ну, не хватает дожать. Да-да-да, ребята, поддержим бойцов.
турбазеру уже просто не хватает функционалки. Вы просто послушайте, как весь зал поддерживает этого молодого парня. 18-19 лет, парни. А вот это уже очень интересный прием. Судья выписывает замечание турбоазеру, выкинул капу. Решил выиграть себе немножечко времени на отдых. Все это время, все три раунда Азат держится очень уверенно. Продолжаем. Хорошее попадание правым кроссом. Отлично, молодчина. Турбо не намерен сдаваться. Вот это я понял, вот это характер. 10 секунд. 10 секунд. Бой. Бой, бой, бой. Браво. Заруба, которую мы заслужили, ребята. Ой, Чиктер. С победой, конечно, тут все однозначно. Немножко можно? Я занесу. Да, я вам говорил. После я буду говорить тут. Ясность несу немножко. Смотрите, у нас был уговор на взвешивании. Из-за того, что Азат был на 10 килограмм больше, чем Эльдар, хотя он должен был согнать вес. Азат, было? Он должен был согнать вес, и на взвешивании был такой уговор, что если доходим до судейского решения, конечно, не в одну калитку, да, допустим, а если доходим до судейского решения, то... Ну ты не в одну калитку забрал. Если бы ты в одну калитку забрал, тогда бы ты забрал. Но... Я не знаю, давайте у судей спросим, кто выиграл бой. Кто выиграл бой? Эльдар! Смотрите, стоп! Судьи решили, что в этом бою победу одержал Булат Азат! Но из-за того, что ты был с желтой карточкой, победу забирает Айзар. Айзар, тихо! Либо давайте сделаем так, мы дадим ничью. Да? Мы дадим... Стоп! Стоп, Айзар, минутку, подожди. Сейчас. Меня никто не уверен, кроме моего отца. Отец, отметьте вам гоп-коп. Автолава, сиди, отметь, узнай, мы будем перейти. Мен казах, мен казаша жулин был жерден. Менің достарыма гоп-коп, отметь. Салтық сика, сила. Эльдар, досыма мен отметь удам, брат. Я тебя как брат уважаю. Хороший спортсмен. Мне очень тяжело было. Все, я все сказал. Рахмет тебе еще раз. Молодец, Асад. Ты удивил. Ты реально удивил. Когда? Всем салам алейкум. Хочу сказать всем спасибо моей команде. Сади Про Тим. Всем. Кто всем меня здесь поддерживал? Всем. От души. Еще хочу сказать,
Сделай вес на реванш. 80 сделай. 80 сделай. Я с тобой выйду. Ты 95 килограмм. Ты на 15 килограмм тяжелее меня, ты понимаешь? Я не отказался от боя. На 80. На 80 сделай. Я выйду с тобой. Реванш. Третий выпуск. Третий выпуск на 80 гоняй. Честно скажу, брат. Я занимался с 11 до 18. Микрофон, микрофон. Я с 11 до 18 занимался, мои друзья знают, 7 дней. Я отдыхал в день два раза тренировки. Я потом отдохнул, думал, что бои может не будет. Потом мне сказали, что 6 будет. Я 3-го пошел вечером, потренировался, 3 килограмма скинул. Я мочегонку еще выпил, я ослабел. Нам говорят, 6-го мы 7-го все, тогда мы будем ждать ваш следующий бой на 80 килограмм. 80 килограмм сделай, я с ним выйду. Всем от души! Что, отличный бой показали. Теперь в свою очередь, что я могу сказать? Всем огромный рахмет, что пришли, посетили наш турнир. Мы будем стараться, стараться для вас. Бойцы будут стараться, будем стараться показывать крутые бои. Что еще скажу? Будем расти, будем идти вперед. Всем огромное спасибо еще раз, кто пришел. Хочу поприветствовать президента Федерации ММА города Алматы, Вадим Рим. Очень-очень приятно, что вы пришли сегодня. Вот. Всем большой рахмет. Ждем вас на Берил 3. Третий турнир. Надеюсь, он будет через месяц. Рахмет, что пришли. Чуть-чуть расслабимся.